Подключаем возможности. Так, теперь звучит миссия оператора связи «Мегафон». Недавно компания представила свое новое позиционирование, трансформацию, направленную на расширение возможностей клиентов пользования интернетом. Презентация состоялась в присутствии средств массовой информации и звезд российской эстрады. Сегодня компания «Мегафон» — это более 76 миллионов абонентов и более 30 тысяч сотрудников. За 20 лет работы их услуги объединили всю Россию. Теперь современный цифровой мир диктует новые пути развития, и уже сформулирована новая миссия компании. Наша миссия сформулирована достаточно просто. Это всего два слова. Подключаем возможности. Что это значит? Конечно же, мы продолжим подключать абонентов к нашей сети, к нашей инфраструктуре, и оказывать услуги связи. Однако теперь главное для «Мегафона», чтобы клиент мог пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет жизнь, интернет и цифровое пространство. У нас новый слоган «Мегафон начинается с тебя». Мы для тех, кто сегодня хочет быть ярким, динамичным, интересным, потому что каждое жизненное событие начинается с человека именно с него. «Мегафон начинается с тебя». Вместе со слоганом появилась и новая тарифная линейка «Включайся», созданная с учетом интересов современных клиентов. А это значит, тарифы будут ориентированы на тех, кто регулярно пользуется мобильным интернетом. По сути, это все мы с вами, люди со смартфоном в руках. Характер бренда «Мегафон» в новой идеологии говорит о том, что мы ключевой партнер для жизни. Партнер надежный, открытый, динамичный, вдохновленный и вдохновляющий. Изменения коснулись и оформления бренда. Теперь «Мегафон» будет ярче, а дополнительным логотипом стали лаконичные три круга. Символ связи между людьми, который можно увидеть повсюду в нашей жизни. В рекламной кампании стало больше музыки. В новом ролике главную роль исполнила популярная певица «Елка». Кстати, во время презентации исполнительница призналась, что тоже пользуется услугами «Мегафона». «Мегафон, мир начинается с тебя!» Яна Яковлева, Наталья Григорьева и Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.